Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки Яндекс.Маркет, Вайлдберрис, Рандеву. Итак, поехали. Покупочки Яндекс.Маркет, вот такие вот классные, крутые стаканчики. Это Икея, 48 рублей. Очень тяжелые, классно выполнены, нигде ни сколов, ничего нет. Были прозрачные и еще какие-то такие, как бежевые, что ли. Все упакованы, пришли вот так в пупырочку с наклейками, которые мы сейчас, наверное, замучимся отдирать, потому что их тьма на каждом стакане. Тут Яндекс.Маркет, тут. Стаканы очень классные, девчонки, очень классные. Здесь, по-моему, 350 миллилитров, если я не ошибаюсь. Так, сейчас, Made in Russia. Наклеек полно. Сколько миллилитров? Объем 35 целое. Слушайте, да, 350 миллилитров. Очень классное качество. Прям тяжелые такие, толстое стекло. Очень-очень нарядное и красивое. Супер. Так, еще покупочка Яндекс.Маркет. Это Масора. Вот такой вот лак. Как раз со вспышкой вам видно, что он светоотражайка. Это оттенок 17... Крестюш. 17-13, сестрица Ледушка называется. А, тоже очень бюджетно. На Масору сейчас на Яндекс.Маркете хорошие скидки. Каждый день бывают разные. Взяла вот такой в маленьком объеме, потому что, ну, большие я никогда не израсходую. Сегодня как раз сделала маникюр и сейчас буду красить. Такая красивая светоотражаечка, вообще супер. Покажу вам тогда в Дзене, ролик выйдет. Пришел заказик с Рандеву, и здесь у меня вот такая подборочка ароматов Герален. Девчонки, это шикарнейший аромабокс. Кстати, он часто бывает на скидках. Смотрите, мониторите. С моим промо кодом выходит вообще за копейки, и хватит такого аромабокса надолго. Номер 30, и сейчас расскажу. Я поняла одно, сразу хочу сказать, что мне безумно нравится аромат Герален. Я не могу даже выделить конкретного для себя любимчика, они все крутецкие. Они все звучат дорого, интересно, это когда вот от тебя пахнет дорого. Вот это про Герален. На самом деле, самый легкий из этой подборки, это первый аромат. Вот так он называется, девчонки. Это первый аромат, он самый легкий. Прям вот такой легкий, нежнятинка, классненький. Дальше пошли вкусные зимние ароматы. Ну, их можно в любое время года, на самом деле, использовать. Абсолютно все. Нет какой-то удушающей тяжелой нотки. Они все безумно стойкие, вот безумно. Прям вот на одежде до стирки и на коже даже на следующий день я их ощущаю. Все стойкие. А вот эти три аромата, четыре даже следующих. Вот этот, этот, этот с палатицем и вот этот. У них есть какая-то схожая нотка. Они прекрасно подойдут на холодное время года. Безумно красиво и дорого раскрываются на улице. Очень вкусный, очень комплиментарный, просто великолепный. А последние три аромата, они прям интересны. Давайте начнем с вот этого. Этот аромат, сейчас я обновлю себе очучение. Здесь... Наверное, он мне понравился меньше всех из этой подборки. Вот действительно меньше всех. Я даже не могу его описать. Он отличается какой-то своей базой. И здесь есть какая-то искусственная нотка по типу молекулы, но не отторгающая. Нет, потому что молекула, она на любителя. Я про классическую первую, вторую сейчас говорю. А здесь вот какая-то вот... Для меня какая-то тоже смоленистость вот есть в этом парфюме. Какой-то он прям вот искусственный. Искусственный-искусственный. Вот смело могу сказать, он мне понравился меньше всех. Вот этот аромат, девчонки, вот его я однозначно хочу, несмотря на то, что я не любитель ванильки. Здесь она настолько красиво раскрывается, не приторно, не слащаво, а просто круто и богато. Сейчас попшикусь, тоже обновлю. Я уже все эти ароматы поносила. Он настолько приятный, настолько цветочный. Ваниль, она не ваниль, она вкупе со всем вот этим цветочно-фруктовым ароматом. Ну, безумно круто играет. А шлейфит он вообще, он шлейфит не ванилью, он шлейфит, не знаю, он круто очень шлейфит. Вот прям вот круто. Они все круто шлейфят, но вот этот мне в душу запал. А, и он больше похож вот на весенние ароматы. На весенние, такой вот, знаете, немножко искрящийся, воздушный, легкий, знаете, когда снова зарождается жизнь. Вот цветочки. И он такой... Ну, он красивый, тоже очень красивый. И еще понравился последний аромат. Так, сейчас тоже куда-нибудь пшикну. Прям вот один пшик и благоухаешь. Здесь 8 пробников с распылителем, что очень ценно. По 1,5 мл. Здесь тоже, здесь есть искусственная какая-то нотка легкая. И я здесь почему-то ощущаю нарцисс. Я не смотрю описание ароматов, мне нравится, либо не нравится. Я не люблю в эти подробности вдаваться.
Вот я ощущаю здесь искусственную нотку плюс нарциссик немножко. Цветочные нотки и тоже какие-то интересные. На шлейфе тоже очень красивый, безумно классный. Вот они три немножко отличаются от в целом от всей подборки. А вот эти все прям, ну вот крутые и по-другому просто не скажешь. Мне очень, девчонки, понравился аромабокс. Могу смело рекомендовать. Это великолепный способ затестить парфюм и потом уже купить то, что вам подходит. А Герлен на самом деле молодцы. Потрясающая подборка. И база у них очень вкусная. Класс. Купочки Валберес. Это наполнитель силикогелевый, чистый котик. Первый раз, кстати, такой беру. Смотрела, какой по нормальной цене. 700 с чем-то рублей. А объем, девчонки. Сейчас открою, найдем объем. Не вижу. Сколько? А, 8 литров. Вот он, 8 литров. А, первый раз беру. Не знаю даже, что из себя представляет. Сделано в России. С алоэ вера написано. И хорошо блокирует запах. Но они силикогелевые. Практически все хорошо блокируют. Так, вот такой вот пластилинчик. Бюджетненько, расходный материал, 48 цветов. Мы уже на улице открыли, играли, сделаем, кстати, из этого пластилина мячики. Это же как Эва, они очень прыгучие. То есть в руках скатываем кусок пластилина, играем на улице. На площадке с мягким покрытием сегодня играли. Очень круто скачет, безумно высоко. Ну, в общем, как мячик, тоже вот так используем. А, пакетики здесь есть. Но улетает он у нас все равно быстро, где-то испачкался, где-то засох и так далее. Поэтому берем, заказываем частенько. Взяла вот такую гуашь Ксюшки. Бюджетный вариант. Откроем, сейчас посмотрим. Тоже здесь 20 цветов. И стоила она прям вообще вот очень дешево для гуаши. И футболочки. Вот такие две штучки. Это для Крис, но скорее всего на вырост. Потому что были очень дешево, что-то 100 с чем-то рублей. Или 200 рублей. 200 с небольшим, наверное, 2 штуки. Ну, то есть прям совсем дешево, но ростовкого уже оставалось мало. Это размер 7. Ей, конечно, будет великоват. Девчонки в Телеграм писали, как ночнушку можно взять. Брали девочкам тоже. Сейчас посмотрим. Булочки вообще шик. Великоваты, конечно, но пусть лежат за 200 рублей, девочки. Очень плотный, прекрасный хлопок. Вот просто мягенькие, изумительные. Рисунки яркие. Ну, строчка тоже нормальная. Что побольше. Но еще при стирке подсядет на 122 ростовка. Великовато, но пусть лежат, ждут своего часа. 100% хлопок. Узбекистанские футболки. Happy Kids. И вот такая вот желтенькая. Тоже очень классная. Такая освежающая. Прям прелесть. Все супер. Замечательно. Очень хороший хлопок. Не тонюсечки футболочки. Знаете, такие вот средненькие. Нормально все. Ну, тут вот строчка, да, там не идеальная. Но бог с ней, господи, на улицу таскать. Красота. Так, вот он наполнитель. Я его только не вскрыла. Но сейчас мы его откроем, посмотрим. Мне интересно. Вообще он тут прозрачный. Он тут прозрачный, мне интересно понюхать, действительно ли алоэ вера, есть ли какой-то аромат. Так, и гуашь. Гуашь открыла, распечатала. Сейчас глянем, сухая, не сухая. Да вроде все нормально. Вроде все нормально. Так. Нормально, слушайте, течет. У меня крышка во рту. Нормально, хороший гуашь. Смотрите. Оп. Все замечательно. Много цветов. Надолго хватит. Они редко в школе рисуют гуашью, но иногда надо. А у нас там уже вся она позасыхала, позаканчивалась. Бюджетненько. Класс. Открыла. Слушайте, правда, пахнет порошком. Но вот такой запах свежести, знаете, запах свежести присутствует. Аромат сначала не почувствовала, потом рукой вот так пошевелила наполнитель. Да, пахнет. Наверное, вот эти разноцветные штучки, они действительно пахнут. И пахнут очень приятно, такая вот свежесть морская, скажем так. Так что годный. Еще я не люблю, когда наполнитель силикогелевый круглый, поэтому его никогда не беру. Я беру угловатый, круглый. Он когда начинает закапывать, у него несколько камешков всегда выпадает у кота. Если наполнитель силикогелевый круглый, то он потом по всему дому катается. Они быстро так укатываются, не поймешь куда, потом вот, ну, неприятно. Этот не катается, он просто рядом с лоточком, их несколько валяется, мы как бы убрали, и все отлично. Поэтому я круглый никогда не беру и терпеть не могу. Хороший наполнитель. Слушайте, годный вообще, дешевый и сердито. Купочки Яндекс Маркет, это обычная трехслойная бумага Зев. Смеюсь, почему? Потому что такими количествами по 256, что ли, рублей она была. 12 рулонов, это очень дешево. Это обычная такая классическая Зева, трехслойная. И 12 штук. 256 рублей упаковка. Я таких цен еще никогда на нее не видела. Мне кажется, даже года два назад она была уже дороже. 280 с чем-то самую дешевую до этого видела, а тут вообще за копейки, поэтому прелесть. Всегда пользуемся этой бумагой, полностью устраивает, поэтому взяла две упаковки в запас. Пусть будет за такую-то цену. Очки Валберес. Сегодня у нас вот такие крутецкие девчонки-джоггеры из, не знаю, из чего они, из эко-кожи, из кожзама.
Выкинула уже этикетку за 800 рублей. Ну, просто крутецкие. Я в них хожу второй день. И могу сказать, что они нереально крутые. Это джоггеры. То есть, внизу у них резинка. И когда мы одеваем, они вот в этом месте немножко присборенные смотрятся, потому что это джоггеры. Кто носил джоггеры, тот понимает, о чем я. Они с подкладкой. Здесь такой вот небольшой, не знаю, флис, не флис. Они теплые. В них реально тепло. В них очень классно. У меня куда-то второй шнурок уже загулял. Или он здесь, в принципе, один. Что-то я второй дырочки не вижу. А нет, вот куда-то загуляла. Они из одной дырки торчали. Но он не нужен. Заказала три размера. Цена вопроса 812 рублей. Там цена скачет в зависимости от цвета. И вообще скачет. С начесом вот тепленькие, не с начесом. 812 и 700 где-то 12 были без начеса. А бросила еще в корзину цвета хаки. Или может еще вторые черные возьму. Потому что ну, цена смешная. А Оля в телеграм нам скидывала ссылочку. Она вообще их брала за 700 чем-то. С утеплителем. В общем, штаны крутые. Взяла три размера. 54, 56 и 58. В итоге оставила 58. Потому что 54 и 56. Они в принципе были нормально. Но вот эта часть... Она была короче, они, получается, с попы сваливались, с попу не прикрывали, вот как бы в чем вопрос, поэтому, ну, возврат все равно бесплатный, поэтому можно заказать несколько размеров, померить, но они нереально, девчонки, круто смотрятся, они безумно стройнят, фоточки скидывала девочкам в Телеграм, кому интересно, ссылка на Телеграм всегда под видео, проходите, посмотрите, им уже показывала там все, как они выглядят и так далее, в примерочной, прямо на Wildberries, и потом уже дома нормально сфоткалась, собрала лук. Вот. Мне очень понравились. В них тепло. В них реально тепло. Попа не мерзнет. То есть в помещении в них даже жарко. Вот я домой захожу, если не сняла их, еще хожу, там что-то делаю. Все, у меня прям такой, ну, парниковый эффект. Но вот сейчас для улицы на холода, ну, нереально крутые штанишки. Глубокие карманчики здесь. И резинка, и посадка. Она не высокая, не низкая, она средняя. И внизу они вот такие вот. И цена вопроса смешная, и расцветки там разные. Поэтому прям смело рекомендую. Дальше у нас уже началась подготовка к Новому году. Я заказала набор шаров. У нас вообще елка в сиреневом стиле. Сиреневый, белый, белый, серебристый. Ну, под интерьер. И мне не хотелось менять, но посмотрела и подумала, что вот зеленые шары тоже будут в тему. А зеленые шары с сиреневыми, серебристыми, ну, стильненько. И начала потихонечку заказывать. Вот первым пришел вот такой набор, сейчас распакую. Ну и вот они как выглядят. Мне нужен был именно оттенок такого вот зеленого цвета, ну, не знаю, с мятным подтоном. Не ярко-зеленый, там, не салатовый и так далее. А вот именно вот такой я хотела. Мне очень хотелось именно такой оттеночек. Здесь получается два серебристых, два, в которых отражаюсь я, и два матовых. Вот такие красивые, может быть, еще возьму такие же абсолютно точно, потому что не люблю, когда разные оттенки. Люблю елочку собирать стильно, со вкусом, красиво. И чтобы оттенки шариков не отличались, потому что, ну, Wildberries загадочная страна, могут написать одно, а прислать другое. Это, по-моему, 6 сантиметров, если я не ошибаюсь, да. Диаметр у шаров 6 сантиметров, 6 штук. 200 с чем-то рублей они были. Сейчас еще к Новому году подскачет. Надо еще взять таких пару наборчиков. И красота. Покупочка Яндекс.Маркет была очень круто обернута, в 100-500 оберток. Я на пункте выдачи распаковала, чтобы посмотреть дату производства. Это лукум, ассорти, здесь целый килограмм, очень бюджетная цена. И отличные отзывы. Посмотрела 14 октября свежачок. Тут микс, и уже когда на ПВ распаковывали, вот это все, смотрю, прям такой аромат пошел вкусненький. Сейчас распакую, открою, посмотрим. Такая вот красота, коробочка выдвижная, и плюс внутри еще тоже пленочка. Ничего не повреждено, все отлично. Аромат девчонки стоит, ну вообще что-то с чем-то. Я не знаю, какую я хочу попробовать первой, наверное, вот эту. Мне прям не терпится, смотрите, какие красивые малышки, фокус. Прям много-много всего, разные. Вкусняшка. Вообще практически без сахара. Неприторные, очень вкусные. Смотрите состав. Вообще неприторные, очень вкусные. Вот это, по-моему, с какао. Ой, девочки, как это вкусно, слушайте. Вот я прям с кофейком с утра. Очень вкусно. Неприторные, обалденно вообще. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех люблю, целую, всем пока-пока.